Всем привет, народ, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2, и сегодня у нас на обзоре новая DLC, которая называется «Дорога к Черному морю». Короче, я уже немножко прокатился, потому что, зараза, OBS не захотел записать видео. Как-то так. Вот, собственно, да, изменения есть, прикольненько, но есть также недоработки. Одну из них я вам сейчас покажу. Я думаю, вы сразу видите. Вот здесь у нас начинается уже стык карты. Здесь уже видно, что другая дорога. Тут пешеходная дорожка или велосипедная, что-то такое. Будет граница. Ну, в общем, все дела. Кто знает знакомую местность, конечно же, пишите в комментах. Также, народ, не забывайте, что есть ссылочка на мой второй канал в описании под роликом. Подписывайтесь, там реально выходит много интересных роликов. А перед началом ролика рекомендую посетить мой магазин игр Alex Store. В ассортименте найдется большой выбор игровых ключей и аккаунтов, постоянные акции, подарки и раздачи. Все это и многое другое в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. А мы летим. Мы летим, кстати, с полуприцепом, порожником. Я сейчас груз не брал, потому что до этого у меня был груз. Но так как нифига не записалось, я решил тот же маршрут, только без груза проехаться. Время сейчас у нас, по-моему, часов 10 утра. 17.01, в смысле. Но перемотаю, короче, как будет темнеть. Ну, а так как порожником, летим, конечно, с хорошей скоростью. Все, мы подъехали к границе. Сейчас нам, конечно, этот фурик помешает, наверное. Ее пересечь по-быстрому. Здесь какая-то система взвешивания работает. Не понимаю, какая, как они определяют мой вес. Потому что здесь, по сути, ничего нет. Но они определяют мой вес. Я хитрожопый, да? Проехал прям так, без остановки. Хотя нужно было останавливаться. Я думаю, что здесь сейчас границу мы точно так же пройдем. Надеюсь. Нужно очень плавненько ехать за ним. Куда он, блин, пошел? Нормально. Схема работает, которую, помните, я вас как-то научил? Как проходить без оплаты и без остановки. Она работает. Она просто не закрывается сразу, а мы проскакиваем. Здесь сейчас, конечно, подольше постоим. Нужно фонари его видеть, чтобы не врезаться в него. Я готов стартовать. Вон таможник какой-то стоит. Что такое? Нет. Да, я проехал. Я проехал. Без оплаты границы, без проверки. Просто клал на всех. Все, едем дальше. Здесь заправочки у нас, все дела. Заправки какие-то безымянные, неизвестные. Я таких ни разу не видел. И, по-моему, аккорд там ехал в текстурах немного. Вот заправка, смотрите, пустая. И причем ее на карте нет. То есть она не актуальная, не активная. Просто она есть. Я, конечно, здесь прям все тщательно не рассматривал, но есть косяк настолько тупой просто, что вот они, блин, эту карту прям так рекламили, стримили, блин, до жопы просто, до усрачки. И она стоит 9 баксов, как-никак. То есть DLC не бесплатная, но платная. Короче, я понял, поехали. Меня хрен кто пропустит. И сейчас вы просто увидите. Ну просто вот это вот. ЖД-переезд. Вроде бы все хорошо, да? Что тут может быть ЖД-переездом? Да ничего не может быть. Но есть такой момент. Вы останавливаетесь на ЖД-переезде. Ну типа посмотреть, поезд едет, нет. Справа. Слева. А слева, блядь, нет текстур. Ты представляешь? Их нет. Ну, смотрите, вот я смотрю из салона, вон туда влево, я вижу, что там нет сраных текстур. Какого хрена их тут нет? Их что, так сложно поставить туда, что ли?
Не понимаю. Но реально бред. Могли бы просто вот там 2 квадратных метра поставить и все. Но нет же, они решили этого не делать. Все, поехали. Пока что других каких-то глюков не видел. А, конечно, когда ехал сюда, какой-то момент был на карте, где был типа ремонт дороги на трассе. И я врезался в невидимые текстуры. Хотя, ну, типа там РПшка сработала, типа, что там якобы ДТП, ремонт там какой-то и так далее. Там дорога перекрыта. Но, блин, я ехал по обочине, там где никого нет. Я врезался в невидимую текстуру. Как оно работает? Без понятия. Вообще без понятия. Так, ползем, ползем, ползем. Сюда, кстати, сворачивать нигде нельзя. Есть куча моментов, которые можно типа заехать, свернуть. Типа, что вот таких вот крестиков на дороге нет, но на самом деле туда заехать нельзя. Один из них у нас сейчас будет на мосту, вот здесь. Что типа вроде бы как можно, но нельзя. То есть там невидимая стена сразу прям впритык стоит. Вот здесь вот, направо и налево нельзя. Хотя оно, ой, дрень заехать позволяет, и крестиков тоже нету. Вообще летим прям идеально. Сколько едем? 150 по городу, нифига себе. Смотрим DLC, да, на скорости 150. А ползет так, будто 60 прям. Так плавненько, медленно. Так, сюда налево я, наверное, не впишусь, надо чуть тормознуться. Нифига себе, один раз нажал, минус 50 км в час. Шикарно. Тормоза работают, когда не нужно, работают просто идеально. Когда нужно, они не способны они остановить этот грузовик. Так, кого-то догоняем. Есть такая же горная местность начинается. Так понимаю, что... Успеем. Я так понимаю, что горная местность, чем ближе к морю, тем больше ее будет. Типа как в Крыму, что ли. По местности сразу видно, что в принципе много деталей. То есть не такая стандартная карта, как в Европе в стандартной, по которой обычно все привыкли кататься. Реально уже больше уделено внимания всяким мелочам, что в принципе дает плюс этой карте. По-моему, только что тормозился и стал на передние колеса. Так, это извилистая дорога. Копы катаются. Надеюсь, встречки не будет. Вообще идеально идем. Оу! Фурик! Встречка. Чуть не убился. Вибрация просто такая херачит, она аж на столе, блин, чувствуется, на стол отдает с руля. Камни валяются. Не знаю, может снаружи прокатиться, что ли? Снаружи просто лучше все видно, что тут, как, почему и зачем. Камера так работает, или мне полуприцеп заносит? Да, кабина так нагибается. Полуприцеп как ехал, так и едет. Если вот так вот сделать, то жопа вообще. Нормально. Едет. Едет. Ограничение 70. Мы едем, в принципе, особо не нарушая. А откуда урон полуприцепа, если я просто там рядом проехал? Вы чё, блядь? Снова невидимая стена? Или он просто от грунтовки повредился? Ну, а сейчас понятное дело. Сейчас понятно. Я врезался так хорошенечко. Так, а здесь канава у нас, да? Я чуть туда не съехал. Хотел срезать. Так, надеюсь, встречки не будет. Разгоняется, конечно, тяжело. Бон Март. Как Волмарт, только Бон Март.
Наверное, супермаркет какой-то. Ах, блин. Хотел по обочине объехать. Фурик, здравствуйте. Все, можно снова топить. Так, ну нам еще ехать, потому что там, судя по карте, там вообще какая-то жопа. Там можно еще реально ехать. Время, кстати, сколько часов? 7 где-то? Почти 8, почти 8 часов. Игра, кстати, игра. DLC-шка только сегодня вышла. Если бы они ее пораньше выпустили, видос вышел бы сегодня, но он выходит завтра. Так, мы идем в сторону аэропорта куда-то. Скоростной поезд. Хотя до этого, по-моему, обычный проезжал. Оп, подрезаем. Нам можно. Даже не зацепил. Супер. Реально город большой. Вот сколько мы едем, мы все время едем по городу. Или это город какой-то, я не знаю, бесшовный что ли, что мы просто бесконечно по нему можем ехать. Но реально он очень большой. Вот только закончился. Все это время мы ехали по городу. Вы представляете? Все это время ехать по городу. Заправочка. Ни хрена я повернул. Даже сам так не думал, что смогу. Даже если бы захотел. Прикольно сделано то, что вот трава начинает расти вот так вот возле асфальта рядом. Типа пробивается по чуть-чуть. Потому что там на мосту, там где мы проезжали, там где я говорил, типа что дорога якобы типа есть, но там невидимая стена. Там трава торчит из-под асфальта просто, видно, она качается типа и тоже косяк. Но огромный просто косяк то, что не, ну, стену просто не поставили. Там, где ЖД переезд. Это реально бред, там просто видно все. Вот если здесь горизонт хороший, все хорошо видно, то там почему не добавить? Что это нахрен было сейчас? Там вроде бы ямы особо нет, но мы не смогли поехать. Пишите, кстати, народ, куда вы хотели бы поехать здесь. Я обязательно сгоняю, чтобы посмотреть. Вдруг кто-то здесь где-то живет. Кстати, а город, в котором мы сейчас едем, он называется... Или который мы проехали. Клуж-Напока. Это самый первый город, который здесь есть. Другие еще будем объезжать. Вот, кстати, название. Кто успел, тот увидел. Мы сейчас доедем до самой последней базы. Там, кстати, новые появились полуприцепы. Ну, на базах, естественно. То есть у них там просто раскраска. Скорее всего, обычные полуприцепы. Просто другая раскраска. Я чувствую себя троллейбусом. Просто провода такие на экране. Приветик. На руле нормально. Можно рулить как невменяемый какой-то. Блин, аж дрифтует просто. Опа, приветик. Там я пока что никого не вижу. Здесь никого и не будет. Оп-оп-оп, и все. И проскочили. Изи. Просто изи. Тут такая какая-то, походу, перевалочная станция по вагонам. О, 50 XP. Шикарно. Так, и наша база. Наша база. Так, а полуприцепы здесь есть? Поехали, заедем. Бля. А, я понял. Я тебя, к сожалению, не увидел. Я думал, следующий первый будет. Или налево база была. Наверное, сюда.
А, так здесь прям какая-то. Так, ну-ка, новая или нет? Да, смотрите, дом, депо. Новая полуприцепа, ну типа раскраска. Прикольно. Дом-депо, судя по всему, наверное, какая-то типа строительная контора, у них тут склады и так далее. Ну, выглядит, по крайней мере, так. О, фонари загорелись, прикольно. Ну что, народ, думаю, что на этом мы закончим нашу серию. Пишите в комментах, куда ехать в следующий раз. Ну а я на этом буду заканчивать. С вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.